перед которым я преклоняюсь. И я счастлива, что сегодня на Пензенской земле приехал великолепный фольклорный ансамбль «Воля», лауреат всех всевозможных фестивалей, международных и конкурсов под руководством Галины Яковлевны-Сысовой, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кандидата искусствоведения. Ансамбль «Воля», город Воронеж. Программа, которая называется «Счастье есть». А что же такое счастье? Ну, каждый человек понимает счастье по-своему и ждет своего счастья. Вот однажды в экспедиции дед меня спрашивал: вот ты знаешь, из чего Бог сделал человека? Вот не знаешь, а он его из глины сделал. И остался у него такой маленький кусочек ненужный. Но он думает, куда его применить? И спрашивает человека, что тебе из него сделать? А человек ему отвечает, а сделай мне счастье. Господь думал, думал, взял да и этот кусочек ему в руку и уложил. Вот как ты думаешь, к чему это? Дед меня спрашивает. А я вот знаю, к чему. Это потому, что счастье в руках каждого человека. Ну, конечно, действительно так. Каждый творец своего счастья. А для меня первое счастье – это любовь. Для молодых-то, понятно. Ну, а по народным представлениям – ожидание любви, вся сила любви, ее невысказанность слышится в песнях соловья. Соловей мой, соловьюшек, ты мой маленький, голосочек тебе тоненький. Ты не опой, соловьюшка, в моем зеленом саду, не вдавай сердечушка моего. Болить больно, сердечушка, по сударушке своей. Yeah.
милый уезжает, меня покидает. И больно мне, и тяжело, и кричу ему: «Да воротишь же ты назад!»